Внимание! Материал для зрителей старше 18 лет. 8 лет назад я оставил родные края. Так давно, что даже не верится. Не допустить рестарт было моей единственной целью. Отрицание и поспешность нарушили ход времени. Нет. Время просто застыло. Чудеса какие-то. Я ведь попал. Барьер? Слушайте, Нацухико, вы же мне заплатите при любом раскладе, так? Поболтаешь потом. Сначала сделай свою работу. Не заказчик, а настоящий тиран. Выстрел точно попал в цель. Нужно больше узнать о корабле. Норм NBC ユニバーサルの提供でお送りします。Эпизод 2. Особая сила. Сверху? Ты как? Микота, твой барьер вряд ли разрушат. Он выдержит. Микота! Будь тут! Я проверю верхний уровень. Противник не один. Неразборчивые мысли нескольких человек. Барьер вроде цел. Ребята, что это? Сейчас не до разговоров. Давай где-нибудь укроемся. Спрячься в доме. Точно. Ладно. Персиковый сад. Сильно тряхануло. Неужто мой барьер пал? Особые силы? Что еще за оружие? Значит, защитные барьеры — твой профиль? Пока я тут. Корабль ты не получишь. Какая-то девчушка может дать мне отпор? Все же надо заполучить столь полезную способность. О чем это ты? Я научу тебя правильно применять свою силу. Ступай за мной. Зря зовешь. Я с дикарями дел не имею. Воспитание не позволяет. Зову? Дай-ка я уточню.
Ты идешь со мной, или этому кораблю конец? Подчиняйся! Корабль рухнет, если мы еще раз ударим. Да еще и по центру. Я этого не допущу. Поставлю барьер, который защитит корабль. Так что нечего тут командовать. Мне тебя жаль. Вредишь себе и даже не догадываешься об этом. В каком-то смысле? Раз не подчинишься, придется тебя убить. И я не шучу. Микото! Еще один одаренный. Сакуя! Все нормально. Где он? Сбивай корабль, стреляй прямой наводкой в центр. Хорошо, будет сделано. Какое счастье! Деревце не пострадало. Пли. Вас понял. Нацехико! Меня девчонка подпалила! Уходим. Ладненько. Одаренных пока не трогать. Кокоро! Кокеру! Ушла из дома, мы перепугались. Ты цела? Да. Со мной все хорошо. Только персиковые деревья. Ужас. Мне очень жаль. Ты тут ни при чем. Главное, не пострадала. Больше не убегай, не предупредив. Ладно? Хорошо. Все живы? Да, мы целы. Так. Нам нужно оценить степень ущерба. Вроде бы корабль не сильно пострадал. А ведь по нам прямым залпом попали. Как так? Принцесса, разве ты не знаешь ответ? Способности Микото напрямую зависят от ее самочувствия и душевного равновесия. В момент атаки твое состояние не отличалось от обычного. Барьер нашей принцессы никогда не подводил. Так что он вряд ли бы пал из-за атаки извне. Верно. Остается только одно. Да? Кто-то из нас помог им? Но нас ведь атаковали с небольшого корабля. К сожалению, должна признать, что один из нас мог быть связан с нападавшими. Да ты что? Микото, как выглядел непрошенный гость? Это был молодой мужчина. И он стрелял из какого-то необычного пистолета. Не думаю, что у него есть особая сила. Ну что за напасть? Еще и фруктовые деревья погибли. Но чем смеешься, Рон? Да так. Просто подумал, что нам повезло. Чего? Желай нападающие нашей смерти. Атаковали бы нас вместе общего сбора. Получается, они преследовали другие цели. Определить силы одаренных. Ух ты. Вот только для чего? Тоя, ты уже доложил миру о нападении на нас? Да. Нам велели разобраться самим. Не хотят заморачиваться нашими проблемами? Не кипятись. Все не так плохо. Просто представь, что выполняешь распоряжение очаровательной девушки. Как бы там ни было, мы обладаем особыми силами.
А значит, должны сами справиться с мелкими проблемами и использовать свои способности во благо. Именно для этого мир нас и собрал. Использовать мою силу во благо? Значит, вот что имел в виду тот путник. Садись на корабль. Там пригодится твоя сила. Мне очень приятно быть полезной. Вот только дерево жалко. Эх, и что же теперь делать? Ладно, тогда, дабы решить, что предпринять, покушаем. Ух ты, вкуснятина! Приятного аппетита! Принцесса, открой ротик. Отвали. И впрямь вкуснятина. Нравится? Итак, что мы решим? Начнем, пожалуй, с разговора на чистоту. Кахаро, ты еще не в курсе, но у нас есть неписанные правила. Мы не пытаемся расспрашивать или вызнавать о способностях друг друга, происхождении и подробностях жизни. Ясно. Пора это изменить. Мы должны узнать больше друг о друге. О том, кто как жил, где вырос и какими силами обладает. Согласна. Узнав о способностях друг друга, мы сумеем определить, кто мог помогать нападавшим. О своей силе я говорить не стану, ни за что. Я не предатель, но о способностях не скажу. Вы ошибаетесь, если считаете, что каждый из нас может гордиться своей силой. Судя по твоей реакции, ты стыдишься своих способностей. Кокеро, этот вариант отпадает. Предлагаю другой, разделиться на пары, дабы присматривать друг за другом. Почему именно на пары? Потому что так легче присматривать за партнером. К тому же у девушки всегда будет защитник, если она в паре с парнем. Ну а парням в таком случае проще следить за действиями напарника и помешать предателю. Еще не хватало следить за кем-то. Буду рад партнерству с Тоей, но у меня и так дел по горло. Не люблю я сладкое. Так хотел быть в паре с принцессой. Ох, не нравится мне идея со слежкой за своим товарищем. А ты, Рон, как я посмотрю, не против этой затеи. Забавно же. Лучше скажи, почему купаешься в солнцезащитных очках? Нас с Сакуей связывает обещание. Скорее даже тайна. Своего рода стена. Что такое? Ничего. Просто нам бессмысленно быть партнерами. И все же я рад. Мы давно не проводили время вместе. Помни, это вовсе не значит, что мы... Знаю. Наше обещание... Не бойся. Я помню про наш уговор. Надо выяснить, каким оружием пользовался наш непрошенный гость. Ага. Хрень какая-то. Кому охота быть ее партнером? Эй, Акито! Дело решенное, хватит ныть! Просто говорю, что думаю. Да и она не обращает внимания на мои слова. Ледышка бесчувственная. Не ответишь ему? Я не собираюсь реагировать на его бессмысленный писк. Когда это я пищал? Чего привязались? Все, я к тебе. Не передумала быть его партнершей? Нет. Если что, скажи. Не держи в себе обиды. Хорошо. Пока. Этого стоило ожидать. Но его партнером должна быть я. Зараза. Если он окажется предателем,
Значит, я толкнула его на это. Из-за меня он лишился близкого человека. Здорово, что мы в паре. Почему? Потому что ты забавная. Помнишь, как упала в озеро и не выпустила из рук персик? Я рад быть рядом с тобой. Меня первый раз назвали забавной. Я тоже рада, что именно ты будешь моим партнером. Ну что, куда теперь пойдем? Айда за мной. Пришел ко мне без приглашения, да еще и сюда притащил. Раз твой напарник Масамуне пашет, то и ты помогай. Не хочу я пахать. Тогда останешься без еды. Ты только посмотри, какой погром после налетчиков. Нужно посадить рассаду. И этот отвези. Ага. Угораздило же меня. Кахаро, присыпь к стебелькам побольше земли и полей их. Побольше земли? Верно. Так они будут лучше расти. Покажи, как, и я сделаю. Вырастайте скорее. Ты испачкалась. Спасибо, что вытер. Ну вот, теперь здесь снова зелено. Что это со мной? Сердце словно готово из груди выпрыгнуть. Ладно, я пойду. Сенри, все нормально. Принести тебе что-нибудь попить? Нет, просто ужасно хочется спать. Так что я пойду к себе. Сенри вечно затворничает и редко выходит из дома. После работы спать будет лучше. Для этого и вытащил его сюда. Сделаю так, как научил меня Кокеру. Надеюсь, скоро росточек увижу. Прошу, прорастай поскорее. Посадила семечко? Ой, да. Уже залатали дыру в стене? Ага. На время можно закрыть ее растениями. Кокеро, ты такой добрый. Озеленил обгоревший участок, заставил Сенри поработать, чтобы ему хорошо спалось. Может, ты и права. У тебя тоже светлая душа. Пытаешься спасти сгоревшее дерево. Она же из-за меня погибла. У тебя наверняка получится его вырастить. Да? Думаешь, смогу? Наверняка. Если что, я поддержу. Научу тебя всему, что умею. Кокеру, ты своим теплом осеняешь всех вокруг. Наверное, поэтому растения быстрее прорастают. Ну что ж, возьму на заметку, чтобы тебе от моей теплоты не стало дурно. Ведь мы теперь пара, которая сутки напролет будет неразлучна. Сутки напролет? Значит, целый день. Кстати, а как спать будем? Не против делить со мной кровать? А партнеры обязаны спать вместе? Ага, каждую ночь. Ой, погоди-ка, а купаться мы тоже вместе должны? Безусловно. Что? Я в жизни не принимала ни с кем ванну, поэтому даже не знаю, как себя вести. Ты сам-то не против купаться со мной? Какая же ты, Кахаро, забавная! Ну что ж, пожалуй, пора ужинать. Ага. Припозднились мы. Кахаро, ты проголодалась?
Слушай, а кто нам готовит еду? Обычно этим заведует Акита. Надо же! Птенчики тоже нам помогают. Все такое вкусное! Оказывается, Акита отличный повар. К тому же, все овощи свежие. Ты их выращиваешь, Кокеру? Ага. Какое же все вкусное! Ой, что это со мной? Слезы потекли. Когда ешь с кем-то, еда всегда кажется вкуснее. Я и не знала. Ужин такой вкусный, что я аж прослезилась. Ой, простите. Да? Где это я? Что? Слушай, что это за место? Мы на корабле под названием Норн. На корабле? С чего бы? Вот уж. Серьезно, где я? В каком-то парке? Учитель по естествознанию повез нас на экскурсию в здание парламента. Здание парламента? Добро пожаловать в здание парламента. 2016-й? Но сейчас ведь 1919 год. Что? Как так? Не верю. Невозможно. Хочу домой. Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Балфор, Джейд и Анкорд. Отдельное спасибо Блэкбо. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи. Рисую лицо человека, который напал на нас. Здорово выходит. Не лезь куда не надо. Хватит подвергать корабль опасности. Далее, весенняя зелень.